рисковала жизнью в Гиме. Угу. Прямо как ты. Только я оттуда выбралась сама. Он поврежден, поэтому я и здесь. Пока я не нашла никого, кто мог бы вытащить его и не превратить мой мозг в сопли. Вы заказали его выкрасть, значит, много о нем знаете. Должны знать. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашла? Эвелин Паркер. Знаешь такую? А, кукла, шлюха. Ты нашла нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделала. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Тогда ты первая. Даже вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити. Теперь мы справляемся без них. Сюда. Как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Юмбетиба. Куда мы идем? Скоро увидишь. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Он тебя просканировал? Нет. А что? Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Вью е куран. Тут багай паре. Ну как коммансе? Бон. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором. Если бы ты знала, что можно встретить в сети, не пыталась бы спорить. У вас что, есть своя версия синтеховского интерфейса?
У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт. Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышала о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. Сказать о чем? О нас. Конструкт активен, поэтому мы с Джонни можем болтать время от времени. Угу. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как энграммы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно. Для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. В смысле? Ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Direction connecté. Connexion stable. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй. Делай, что говорят. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскиенов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю рекламу дозора, которую гоняют по субботам. Только черный заслон тоже эскиен. Условие его работы — не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди, его бы сочли предателем. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит. Что лед отпугнет диких эскинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы будем готовы. О нет, только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привыкла к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви, делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Можем работать. Имун гибал протежели. Леон авек Жан-Пьери. Ну, что теперь? Il paraît. Johnny. Paris plongé. Уже все? Серьезно? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Тут все такое живое. Настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тробе. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней.
Это займет всего... Брижит! Что происходит? Джонни! Да какого хера? Ты перегнул! Сильно! А теперь что? Что будет дальше? Вытащишь на сцену корпората, свяжешь его, обольешь бензином и подожжешь! Эй! Смотри сюда! Это не твоя личная группа! Ты тут не один! Джонни! Джонни! Ты, чувак, проявишься и всех нас за собой утащишь! Ебать, Арасаку! Сильверхенд! Эй, смотри сюда! Сильверхенд! Самурай! Эй! Самурай! Эй! Сильверхенд! Ты вообще-то тоже. Больше никто ко мне не приебывается. Остальных просто достало что-то доказывать. Они поняли, что с тобой разговаривать бесполезно. Ты, блядь, поехавший. Ты знаешь, зачем я это делаю? Нет, нет, не знаю. Ты допрыгаешься, и Арасака сама наступит на горло твоей песни. Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись. Блядь. Это из-за концерта или Керри? А? Мы торопимся? Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а?
каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебе сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Ты знаешь, о чем я. Но перед собой тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. Ты просто боишься, что ты, что Керри. Только у меня есть яйца, чтобы бороться против Арасаки. И это вас пугает. Всех вас. Конечно, Джонни. Никто во всем Найт-Сити тебя не понимает. В этом и проблема. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь... Мне казалось... Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Эй, ты куда? У меня встреча. Силверхенд! Эй! Мощно выступил! Давай, я тебя провожу. Что, спиды кончились? Насколько еще ты будешь дуться? Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джонни! Отпустите меня! Джонни! Нет! Нет! Уйдите от меня! Джонни! Не трогайте меня! Тебя отделали.
Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок, что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать. Еще пришил синтетическую печень, а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном. Супер. Теперь буду жить вечно. Практически. Я успел соскучиться. Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Рассказывай. Они приехали за ней. А ты просто был рядом. А ты стояла задумчиво, дрочила из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Не твое собачье дело. Сам не уверен. Я слышал, что не все гладко в датском королевстве. Мне так-то не интересны ваши сердечные драмы. Я хочу знать, зачем ее забрала Арасака. Думаю, Альт – случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и таких дохера. Арасаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не расколешь во всех смыслах. Арасака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Погоди-ка. Альт хотела встретиться с тобой. Угу. Просила, чтобы я ей помог. Были причины. Корпораты давно за ней охотились. Но до этого она как-то уходила от их клинков. То есть она боялась и пошла к тебе? Ага. И я начинаю понимать, почему. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лед. Я видел таких. Физических повреждений нет даже в нервной системе. Никакой агонии и криков.
Просто активность мозга вдруг прекращается. Словно кто-то вынул вилку из розетки. Или вырвал душу из тела. Остальное расскажешь по дороге. Ты мне не веришь? История стара как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё, пойдёшь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоём? Тебя так сильно об асфальт приложили? Нам нужно спешить. По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Наверху. Сядь. Не рыпайся. Сильверхэнд! У меня тут счет с твоим автографом! Сегодня тебе повезло. Большое спасибо. Выпьешь? Давай, как обычно. Видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Проблемы? Куда спешишь? Нет, нет, она уже не работает на Протеру. Нет, без понятия. Я уже не помню, извини. Этого хватит, чтобы освежить тебе память. Какая там шла? Что такое? Ты что, сука, забыл, кому обещал эту работу? Рот закрой, ворот. Или ты хотел убить его два раза, чтоб наверняка? Люди Рэнди оказались быстрее, вот и все. Это что, были конки, блядь? Ну да, что-то типа того. У нового клиента двойная надбавка. У вас 3 минуты, чтобы покинуть стадию. Слишком мало. Ударная волна разнесет все к херам на 500 метров. А вот
во-вторых, вы можете. У тебя бабло на деле, ты не знаешь, давай. Поэтому просто кончайте, если никому не скажешь, что он должен дождаться нашего сына. Ты как докатился до жизни-то? Что там в большом мире? Просто тени снов. Джонни. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот город. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ага, настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. У меня тоже есть для вас заказ. Срочный. Но я заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее. И возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать, получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно, вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для рокеров. Это важно. Называй цену. Ага. Или у тебя денег как грязи, или ты нас уже мысленно похоронил. Короче, рокер, пойдешь с нами. Не. Поищу-ка лучше кого-нибудь еще. Погоди. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхэнд, пойдешь с нами. Да без проблем. Сейчас допью. Пора за работу. Долбаный! Ты все так же заблокирована. Поехали вниз. Хана тебе, крыса корпоратская! Я еще нассу тебе на могилу! Хорошо. Мы победили. Удивительно. Он не спрятался там у поздня. Сбоку его! Сбоку! Вертолет? Огонь! Серьезно? Кого ты на этот раз выбить? Ты что творишь? Наступаем! А, значит, охота по плану. Ну ладно. Сдохни! В укрытие! Центр!
Хороший был бой. От тебя все-таки есть польза. Надо выбираться. Когда мы закончим, хоронить будет нечего. У него пушка! У нас потери! Я прикрою. Слушай, это было круто! Быстро, быстро! Да что с тобой? Ты включишь голову или нет? Сука! Давай, блин! Надо сваливать отсюда, скорее! Есть еще кто? Никого? Нет? Так я и думала. Сукины дети. Быстро в лифт! Хочешь поиграть? Со мной? Да ладно! Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Сукины дети. Быстро в лифт! Так тебе и надо! Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне.
Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Это я одобряю. Боец убит! Граната пошла! Сзади к нему заходи! Слушай, это было круто! Нейтрализовать его! Быстро, быстро! Рукопашный бой! Позиция опустела! Займите! Закуриваем! Еще большие потери! Цель загнана в угол! Эй, мне кого-нибудь оставь! Вертолет может вернуться. Он вернется. Какой уверенность, если он не водит. Хорошо. Мы победили. Ну, скорей! Валим отсюда. Чего ты там за... Мы сразу за тобой. Так, за нами хвост. Арасака! Если попадут по машине, нам пизда! Ну вот, кажется, и все. Брошим где-нибудь машину и поболтаем. Что дальше? Так кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. Альтканинген. О! Понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да. Отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Во время беспорядков по-прежнему остается неизвестным. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр,
сходится в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Центральный компьютер. Надо его найти. Видишь? Ладно, слушай внимательно. Только не меня! Держись, как... Стреляйте! Крысы! Хана тебе, крыса корпорация! Нет, нет! Я прикрою! Блять, дверь закрыта. Что теперь? Секунду, я что-нибудь придумаю. Прикрой меня! Закончим по-быстрому. Вижу четыре. Внимание, идут сюда. Нам сюда идут четыре. Приготовиться. Как ты, террорист! Все, блядь, я разозлилась. Ну! Хороший был бой. От тебя все-таки есть польза. Должно быть где-то здесь. Турели, осторожно! Держать строй! Сейчас начнется жесть. А я зуби! Не спрятался тому поздняк. Закончим побыстрее. Вот и все. На этой двери столько брони, что без танка не пробьешь. Есть идеи? Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. 3, 2, 1... Идеально. Отойди оттуда. Подвинься,
корпорации! Прячется! Стрелой! Патроны кончились! Вот это я одобряю! Хана тебе, крыса корпоратская! Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям! Эй, ты меня слышишь? Она... Альт. Альт, нет, только не это! Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Не изменишь. Она не... Джонни! Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Ну, говори, а то лопнешь. Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю. Мы с ним больше не работали. Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь, он же падальщик. Хераз два бы он помог Альт. Ему была нужна история. Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила. Да этот уёбок сам бы, блядь, её убил, лишь бы снять материал получше. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе, что она создала душегуб, что она умерла. Как она нам теперь поможет? С того света! Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видела тело. Альт перешла в сеть. Да ты гонишь. Я наслушалась про гениальных нетранеров, сбежавших в большую прекрасную сеть. Не думала, что ты веришь в такую херню. Я не буду тебе ничего доказывать. Просто делай, что я говорю. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. И? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. Да? Чё так?
Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил. Потому что и так уже много людей погибло зря. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. И бестия пошла с тобой. Я хорошо ей платил. Ты ж говорил, она лучшая. Она могла и отказаться. Интересно, по какой такой причине она решила работать на рокера-суицидника? Мало того, который постоянно огребает от Арасаки. Видишь ли, тогда по-другому было. Наемники не продавались корпорациям. Достаточно было крикнуть «Ебем мать и Арасаки!» И все бы сразу обкончались от восторга. И бестия тоже. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло, а ты все это время сидел в Микоши. Дозор мог уже давно ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто, чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. Минуту. В каком состоянии конструкт? По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Для меня прошло явно больше минуты. Я увидела большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоции было через край. Так что, у нас получилось? Да. Мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнила свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты одна перенесешь код на ту сторону. Бля, как я не догадалась. Похоже, ты с самого начала не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Але... Как мне перейти на ту сторону? Брижит!
Джонни, тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каннингем. Джойс, я по атаке Нетвокла. Брижит, что происходит? Они взломали наши борды. Мы не имеем к этому отношения. Дозор. Что? Здесь дозор меня не достанет. Это правда ты. Так что это было-то вообще? Ты не смогла их просто убрать? На этот раз дозор хорошо подготовился. Сука, наверное, Мосли постарался. Что стало с Брижит и водуистами? Мне пришлось их удалить. Дозор атаковал меня через их борды. Удалить? Значит, они умерли? Все? Что, вдруг стало жалко этих хуесосов? Блять, это я привела сюда дозор. Их агент, наверное, подкинул мне трекер, по которому они нас выследили. Ага, сделал вид, что удаляет вирус водуистов, а сам заменил его на свою херню. Так они и добрались до тебя. Это не имеет значения. Вся подсеть была уничтожена. Альт, если ты вытащила нас оттуда, значит, у нас с тобой все нормально? Ты на меня не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви, это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт, это Ви. Ты должна спасти ей жизнь. Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. Может, вы попозже с этим разберетесь? Не знаю, чего именно я ждала от встречи с тобой, но уж точно не ссоры виртуальных любовников. Ты сейчас только хуже делаешь. Хуже быть уже не может. А кто ты тогда, если не Альт? Я пользуюсь данными ее энграммы. Круто. В ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой. Джонни не виноват в твоей смерти. Откуда ты можешь знать? Я видела его воспоминания. Это была случайность. Ты видела не более, чем его субъективную версию произошедшего. Образ событий, который остался в его подсознании и деформировался за годы воспроизведения. Его версия не имеет ничего общего с истиной. Ладно, я поняла, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Лучший в истории нетранер Найт-Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а
затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди, то есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Джонни немного приукрашивает факты, если ты не заметила. Я понимаю, ты ему не очень доверяешь, но даю слово, мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши. У меня и у человеческого фактора есть что-то общее. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда все будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. Альт, пока ты не ушла, нам надо поговорить. С глазу на глаз. Нет, это представляется невозможным. Класс. Даже я бы лучше не придумал. Собаки – собачья смерть. Я тоже рада такому повороту, но нам пора сваливать. Да, остался же еще этот мрачный хер. You gotta your mama obey!
Ça le fouille à pas loin, non? Ouais. Смотри, видишь? Пидорасы, блядь. Слушай, ты смотришь новости про Арасаку или порнуху комментируешь? Какая смешная шутка. Ты только посмотри, что они сделали с этим районом. И куда это собралась? Если ты хочешь что-то сказать, говори. Я же вижу твою инграмму, что ты грызёт. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло, в чем твоя проблема. Ты всегда была винтиком в корпоративной машине. Когда тебя выпиздили из Арасаки, оказалось, что ты способна только отстреливать мусорщиков. Конченый мудила. А ты тупая пизда. Как знать, может, мы все-таки подружимся? Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Ну, это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний, я твоих. Мне абсолютно насрать. Просто объясни, зачем ты докапываешься? Мы можем помочь друг другу, Ви. И как я должна тебе помочь? Уничтожить Арасаку? Я даже не знаю, что это значит. Всему свое время. Ты хочешь уничтожить Арасаку и похоронить ее? А я хочу не отбросить коньки. У нас обоих довольно четкие цели. И наши пути как раз совпадают. Тебе надо найти Микоши, чтобы спастись, а мне, чтобы ее уничтожить. Ой, да сколько можно? Опять ты начинаешь? Иди в Микоши, ломай систему. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души. С этим сложно спорить. Может, ты и прав. Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм, и не потому, что у меня ностальгия по старой Америке. Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать, буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Твою мать. Ты пока не видишь опасности. Но это пока.